Перспективы и проблемы развития связи в Якутии обсудили сегодня на рабочем совещании председателя правительства республики Евгения Чекина в Минсвязи региона. Большое внимание премьера вызвал вопрос перехода органов власти на электронный документооборот. В частности, во многие организации региона приходят десятки документов, дублирующих и ничем не отличающихся друг от друга. Они тормозят работу организации и правительства. Новая же система призвана обеспечить высокую скорость и логистику поступающей и исходящей корреспонденции, а также уменьшить бюрократию. Также обсудили вопросы реализации программы «Безопасный город» и системы 112. Уже найдены соответствующие инвесторы и начинается закупка техники. В ближайшее время реализация проекта начнется в Якутске. Это проект, который интегрирует все службы, МЧС, газовую службу, полицию и так далее, и так далее. Это не только единый номер, но это должно ускорить реализацию вот, звонков на все службы, а также это быстрые реакции, принятие решений. Также это все должно храниться, вся информация по каждому ЧС или, в общем, довольно сложный проект.